Приготовлю бисквит с малиной. Для этого возьму 5 яиц и взобью их сахаром до пышного светлого состояния. Сахара у меня 190 граммов. Я взбивала 6 минут. Мощность моего миксера 450 ватт. 100 граммов малины. Она должна быть вымыта и хорошо просушена. Ее можно просушить бумажным полотенцем. Соединяю с 1,5 столовой ложкой крахмала. Осторожно перемешаю, чтобы ягодки покрылись крахмалом равномерно. Добавляю к яйцам 140 граммов муки, 3-4 приема. И перемешаю складывающими движениями снизу вверх. Добавляю малину и осторожно перемешаю, чтобы не раздавить ягоды. Сразу же переливаю тесто в форму диаметром 21 сантиметр и отправляю в духовку, которая разогрета до 180 градусов. Через 10 минут уменьшу температуру до 160 градусов. Вынимаем готовый бисквит из духовки. У меня он выпекался 40 минут, вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше времени. Даем ему слегка остыть в форме, затем помещаем на решетку и полностью остужаем. Вот такой бисквит у меня получился. Он очень нежный. Вот такой вот красивый. Сейчас я уже поняла, что совершила небольшую глупость. Могла бы, конечно, сделать вид, что так и надо. Но малина у меня будет только в нижнем корже, так как бисквит очень нежный и малина осела на дно. Для того, чтобы малина была во всех коржах, нужно выпекать этот бисквит в двух формах. Добавить 100 грамм малины в один корж и 100 граммов малины во второй. Так будет малина распределена более равномерно. Теперь заворачиваю бисквит в пищевую пленку и оставлю его в холодильнике на часов 6, чтобы он стабилизировался и его было легче нарезать.